Так, здравствуйте, с вами Black325, и сегодня будем делать обзор на трансформеры «Война за Кибертрон». Короче, заставку пропускаем, окей? Вот так вот. Так, сейчас settings. Roll out. Ну вот так вот более-менее нормально. Ну сегодня мы сделаем, ну не Warcraft, а мультиплеерские, хотя нихера нам это, потому что это у меня там я еще уровень не поднял, я недавно скачал. Ну Warcraft сделаем. Так, character select, ну мы не на всю эту character, мы там на первую главу Decepticons, ну тут много глав. На английском, конечно, ну ладно. Пофиг. Вот тут One Shell Stand. Ну это офигенно все. Будем проходить потом. По чуть-чуть. Ну пока Dark Energon. И это. Crash Site. И тут вот чуть-чуть пройдем. Ну я посмотрю, где заканчивать. Сам закончу. Ну давайте начнем, пожалуй. Так, за кого? Ну давайте за Мегатрона. Все, поехали. Я купил, кстати, новый микрофон. Он черствый, но это пока. В Москве я уже другой куплю, хороший прям. Но пока так меня слушаете, окей? Ладно, давайте. Мегатрон, лидер Decepticons, recently discovered... Да, ну, пофиг, давайте смотреть видео. If the legends weren't true! Lord Megatron, you're certain it's here? I am certain, Barricade. And when I find it, the balance of this war with the Autobots will finally tip in my favor. Ну короче, он что-то там говорит насчет Старскрима, типа он там. Что-то какой-то. Фигня он какая-то. Ну я не знаю, что он говорит. В общем, офигенно он говорит. Sublight engines are offline. Shields at 15%. Reroute all power to forward guns and thrusters. Full speed ahead! But sir, that's suicide! Any further objections? Ram this warship straight into the heart of that station! Ну, если честно, очень прикольная. Таким образом, игрушка. Мне нравится. Мне нравится. Мне все нравится. Вот, мне все нравится. Ну вот он, куда-то влепились они. Вот что за фигня. Давайте начинаем. To have survived that Megatron. The strong survive, the weak perish. Вот, прикольно, прикольно, да? Так, на F-ку нажимаем и трансформируемся в офигенный танк, который еще летать может. Ну, почти. Ладно, давайте обратно в это. Видите, как все? А это мы вот, смотрите, как тваря. Тваря. Еще надо перезаряжаться. Вот, смотрите, сейчас офигенно будет. Что-то произойдет, я до сих пор не понимаю, что это было. Ну, что-то было, да было. Ну и ладно, да? Пофиг. Вот, зритель, это какой Старскрим, фиговый, да? Leader of the Decepticons. This space station is Decepticon property. Surrender immediately. Whoever you are, you've traveled a long way just to meet your doom. О, сейчас битл будет против пушек. Где они? Черт, вот это глюк. Я на такой глюк не соглашался, эй. Ладно, я сейчас поменяю все, окей, заново начну.
Все, это сейчас. Вот, короче, я дошел до этого места. Давайте, вот они, пухи. Я их с первого раза. Вот еще пухи. Вот еще пуха. Так. И что дальше? Ну все, пух больше нет. А, сюда. О, подкрепление десептиконов. Пошлите. Так, жизни мне не нужны. Куда идем? А, вот сюда. Так, начнем нашу войнушку, так сказать. Черт, ну и Mozilla. Ну танк фигня, что я могу поделать? Нате. Так, что дальше? Интерфакт. О, ну прикольно. Вот это наши друзья, это великие автоботы-разрушители. Они меня бесят. Вот они. Здоровые братья. Первые враги, которые умеют стрелять и ходить. Черт, моя Mozilla. Я, конечно, уже привык мочиться. Нате. Получили вы. Давайте включим эту кнопочку. Кстати, тут оружие еще можно брать, но я пока не вижу. Где? О, враги. Ну ладно, пошлите мочиться. Вот патроны. Вот с помощью такой. Не берем. Так, мы стреляем один раз, и двое погибают. Прикольно, да? Ой, что за фигня? Перезарядка. А куда нам? Все, тихо, что там? А, это. Так, идем сюда. Ух ты! Что это такое? Soundwave? А, Soundwave, он прикольный тут. Вот, зверь. Так делаем? Нет. Оно так тоже делает. Вот, видели, как готовы они? О, это магма-пушка, прикольная вещь. Мне, кстати, компьютер сейчас новый подарили. Ноутбук, он прикольный. Черт, тварь! На! Тихо, еще парни. Тут самого себя можно убить. Черт, по мне лупит оттуда. На тебе. Ой, откуда? Черт, патронов нет. Вот наглые. Сейчас, кстати, уже закончится Волкрафт. О, это Старскрим. Он потом, мы за него будем играть в одной из миссий. Я потом, когда летсплей будем делать, я скажу, какой. Оп, патрончики. В общем, игрушка очень прикольная. Мне она нравится. Она такая веселая и мультиплеер задорный. Я про мультиплеер тоже потом покажу, когда я недавно начал. Я недавно ее прошел где-то недельку назад, и мультиплеер начал где-то 2 дня назад проходить. Ну, в общем, игра очень мне нравится. Черт. Сейчас мы эту пушку. Так, берем патроны. Ну, если честно, очень прикольная игра. Она мне очень нравится. На... Ой. Чуть-чуть погибли. Ну ладно. В следующий раз будете знать. Если погибли, в следующий раз не нападайте, поняли? О, вот это прикольно. Если тут грохнешься. Ой.
тут грохнешься. Забываю это место, ладно. О, вот эта пушка, турель. Ой, как мы все разрушим сейчас. Я люблю эту турель, она очень прикольная. Чё такие люблю взрывать. Наносит вред базе. Ну это я представляю, что я типа базу взяла, а на самом деле никакой фигни не происходит. Так, давайте продолжим. Оп, на тебе, и тебе на, и ты получи. И ты тоже получи. Там дальше миссии тоже трудные будут. Но нормально. Пройдем. Игра, кстати, прикольная. Ладно, давайте. Экзитуры. А чё я не гэджет? А, ну ладно. Ну все, короче, готов. Ждите. Эй, ты куда? О, энергия, дай мне силы. Ну кто там еще остался? Все, никого нет. Куда идти? А, туда. Черт, я мажу. О, патроны. Сейчас мы все перезарядим. Готово. Кстати, скоро будет обзор на Call of Duty, остальные части. Так, отлично. Куда нам? Туда? Сейчас мы тут их всех убьем. Готово. Прикольно мы тут были. Что там? О, это наши. Молодцы, братаны. Вау. Привет. Прикольно. И заключенных ведете? Да, я вам двоих убил, окей. О. Прикольно. Так, война. Десептикон уже все захватывает. Ну что же с вами был? Ух ты, Jetfire. Ладно, это потом посмотрим. Так, с вами был Blacks 325. Я выхожу, хотя нет. С вами был Blacks 325. Скоро летсплейчики на Sonic Generators, там уже нормально все будет. Ну что же, все, давайте. Всем пока, удачи.